России. Раз. Александра Назарова, Максим Никитин, которые уже в образе выкатываются на лед. Два. И Алиса Агафонова, Альпер Учар, выступающие за Турцию. Три. Все они катаются в группе Александра Жульна и Олега Волкова под руководством Сергея Петухова в качестве хореографа. Ну что же, очень задорно, очень интересно прокатали украинские спортсмены. И вы видите, что Александр Жулин аплодирует своим фигуристам. Но все-таки с них спрос пока совсем иной по сравнению с тем, который с Ксенией Манько и Кириллом Халяевым. При том, что и те, и другие впервые выступают на чемпионате Европы. Все-таки Александр Назаров и Максим Никитин не претендуют на медали.
Ну, во всяком случае, так кажется мне. Может быть, они со следующего года начнут претендовать. А Манько и Халявин при чистом идеальном исполнении своих программ в пятерке могли не просто оказаться, а могли там сойти за своих и быть претендентами на пьедестал. Сразу три харьковчанина в этой разминке. Помимо Назарова и Никитина, еще и Алису Агафонову мы с вами увидим совсем скоро. И, естественно, будем переживать. Не знаю, как вы, я, естественно, буду переживать за этот дуэт, выступающий за Турцию. А пока украинцы. Еще у Жулина когда-то были Злобин и Ситников, тоже очень интересный дуэт, выступавший под флагом Азербайджана, но, к сожалению, завершивший свою спортивную карьеру. В общем, все, что касается этой группы, как правило, это очень интересно и, во всяком случае, нравится публике. Судьям, к сожалению, не всегда. Не забываем и про Екатерину Боброву с Дмитрием Соловьевым, чемпионы Европы 2013, трехкратные чемпионы России, продолжают бороться с травмой партнера. Но мы все же надеемся их вскоре увидеть, так же, как и Аделину Сотникову, так же, как и Татьяну Волсажар с Максимом Траньковым. В общем, всех тех, кому тяжелейший олимпийский сезон дался настолько непросто, что потом подкосили травму. Очень красиво, очень красиво. Необычно. Сколько поддержек мы видели, похожих одна на другую и позаимствованных, в том числе и у российских пар. А вот Назарова и Никитин придумывают что-то свое. Баллы неплохие, хотя и непредельные. Опять хмурятся Сергей Петухов с Александром Жулиным. Они вторые. 139 ровно практически.